Дорогие друзья, приветствую вас! Сегодня воскресенье, раннее утро, я иду на работу, и у меня хорошая новость. Я сменила телефон и бегу снимать первые кадры, чтобы оценить качество камеры. Для многих это, наверное, не ново, что на экскурсию я всегда приезжаю раньше назначенного времени, чтобы самой прогуляться, а потом начинаю экскурсию уже в приподнятом настроении и влюбляю моих туристов в вечный город. Надо очень любить город, чтобы передать эту любовь вам, и вы начнете его любить так же, как я, и научитесь рассматривать его в деталях. Это видео не было запланировано, просто хотела поснимать, а потом решила, загружу-ка я его на канал, чтобы и вы оценили качество этой камеры. Как вы думаете, лучше стала картинка? Теперь свободное от работы время, у меня опять есть чем заняться. Хочу сходить в галерею Бургези поснимать скульптуры Бернини, схожу и в палаццо Барберини, и хочу еще спуститься в музей стадиона Домициана, который находится под площадью Навона. Стабилизация у телефона Samsung S22 очень хорошая, картинка тоже, так что ждите, дорогие друзья, новые видео. Досматривайте видео до конца, если хотите прогуляться по утреннему Риму и прокатиться на автобусе. Ну а я пойду заварю себе чай с имбирем и лимоном, чуть-чуть простыла. Мне болеть нельзя, главное, чтобы голос не пропал, а то как же я буду рассказывать вам про вечный город? Экскурсии-то у меня все по 5 часов. Сегодня вот познакомилась еще с одной моей зрительницей, Екатериной, которая каждое утро начинала день с моих видео. Как приятно. Сначала она писала комментарии, а сегодня мы гуляли по Риму вместе. Ну все, друзья, я побежала. Хорошего вам вечера и до новых видео, друзья!
fermata, circo massimo. Thank you.